Американская академия киноискусств, известная вручением премии «Оскар», в этом году предложила вступить в ее ряды трем россиянам. Они принимали участие в создании фильма «Левиафан» известного режиссера Андрея Звягинцева. В состав Академии включены сценарист Олег Негин, оператор Михаил Кричман и монтажер Анна Масс. Если указанные лица примут приглашение, то станут членами Академии после проведения ряда официальных приемов. Стоит отметить, что на этот раз количество приглашенных стало рекордным – 928. В 2017 году их было 800, а в 2016 – 683. Александра Томей, Анастасия Левшина, телеканал ЛРТ. Меня зовут Александра Томей. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.